Шерлок, что-то я сегодня так устал, капец. Ой, полежу-ка я чуть-чуть. О, папа лежит, ничего не делает. Ну-ка. О, папа, ты лежишь, поиграешь со мной? Ты мне говорил, когда будешь свободен, поиграешь. Ой, доча, слушай, я сегодня целый день работал, вообще сил никаких нет, устал. Давай завтра, а? Ты мне так вчера, позавчера говорил так. Когда ты уже поиграешь со мной? Мне скучно одной играть. Ты же сейчас ничего не делаешь. Поиграй. Доча, я ж тебе говорю, я устал. Вот только лег, минутку полежать. Ха, интересно, ты устал лежать? Ага, София, хорошо, я тебя услышал. Значит, с завтрашнего дня устроим с тобой челлендж 24 часа. Ты делаешь мою работу, а я делаю твою работу. Какая у тебя работа? Отдыхать, рисовать, да? Да. Договорились? Ха, подумаешь, у тебя работа совсем легкая. Я совсем от нее не устану. Не то, что ты. А вечером, если я выиграю в этом челлендже, ты будешь со мной играть. Хорошо, договорились. По рукам. Вот так, погнали. Ой, доброе утро. Ой, класс, мои 24 часа начинаются. Живу Софийкиной жизнью. Ой, класс. София! Ух ты, я сегодня как папа! 24 часа начались. Вы, ребята, не пропустите видео. Что мне там папа зовет? Папа, иду. Папа, что ты меня звал? Какой домик классный. Доча, я воды хочу. Принеси, пожалуйста. А, и это, кровать мою заправь. Папа, ну ты же сам уже все можешь делать. Ты же большой. А как же 24 часа? Я кровать за тобой застилаю и воду тебе всегда приношу. Давай. А то я тут занят важным делом. Играю. Ой, ладно. Готово, папа. Иду тебе воды нести. Фух. О, привет, вот Шерлок. Эх, этот папа попьет из моей бутылки. Так, какая-то вода подойдет. Хватит тебе на день. Софийка, неси воду, что так долго? Я пить хочу. Папа, несу, сейчас руки вытеру. О. На, па. О, спасибо. Это, там такси сейчас приедет, вези братьев в школу, а потом за продуктами зайди. А что это все ты делаешь? Ну да, а сегодня ты, и не разбрасывай, я порядок в своей комнате уже навел. Хорошо, значит, за продуктами и братьев забрать из школы. Я пошла. А у меня, София, важное дело. Мне надо разукрашку поразукрашивать. О, овощи. Ну, правда, я не так люблю кабачки и баклажаны. Ну, раз я как папа, придется брать один кабачок, второй кабачок, один баклажан, второй баклажан. О, рыба, возьму я ее. Папа рыбу любит, особенно соленую. Папа ее очень сильно любит. Папа, этот... Что ли, поспать пойти сейчас? Не-не-не, спать нельзя. Дел еще много. Так, это сюда, это сюда. О, София! Надо это! Кровать шатается, подкрутить! Что там у него случилось? Я только с магазина. Что там, папа? Тут кроватка, болтик. Видишь, болтается. Надо срочно шуруповертом закрутить. Угу. И что, и мне это делать? Я ж не умею, папа. Как не умеешь? Там же просто кнопочку нажимать, ты ж мне так говоришь. Да. Вот в котельной, там шуруповерт, иди бери. Ну ладно, попробую. Фух, фух,
коробке, папа сказал. Все. Так, вот тут, походу, он... Да, вот он. Проверим, работает он или нет. Работает. Ну что, я пошла чинить, как работник. Ну что, пап, будем ремонтировать твою кроватку. Дочь, ты сама там поремонтируй. У меня тихий час наступил. А у меня когда тихий час будет? А у тебя нет тихого часа. Все, папа, готово. Отлично. А еще сегодня у меня, ну, вернее, у тебя по плану было лестницу в строительном гипермаркете купить. Я тут тебе все сразу подкрутила. Ладно, поеду. Это, дочь, лестница должна быть 6-метровая. Еще это, в камин дрова забрось, пожалуйста. Сегодня протопим. Ты протопишь. А я уже устала, и еще столько дел. Наверное, сначала дрова положу в камин, чтобы было быстрее, а потом за лестницей пойду. Ох, этих уже, наверное, хватит, осталось только положить. Раз. Хух. Что, Шарок, тяжело тоже? Может, пойти полежать? Хотя, какое лежать? Надо же еще за лестницей ехать. Ох, лестницу купила, сил вообще нет. Пойду посплю. Оп. Темно я чуть-чуть. Ох. Шерлок, что, где там София? Софийка! Ну что, все дела переделала, дочь? Уже можно и поиграться, Сафонька. О, Шерлок, смотри. Все, устала, спит уже. А как же играться? Ну, вот так вот всегда, да? София, будем играться. Пап, давай завтра. Ну ладно, доченька, спи. Софийка, повторим завтра 24 часа, выполняем другие обязанности, а? Не, пап, давай вернемся на место. А вы были на канале Сафуня Шалуня. Ставьте лайки. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.